TP-Link Archer C1200. Оснащен двухдиапазонным Wi-Fi и гигабитными Ethernet-портами. Wi-Fi роутер TP-Link Archer C1200 поставляется в небольшой фирменной упаковке с базовым комплектом поставки, включающим адаптер питания и сетевой кабель. Дизайн и внешний вид роутера выделяется отсутствием прямых линий и сдержанностью в материалах. С одной стороны простой глянцевый пластик, но выглядит органично в любой обстановке. По размерам он превышает 22 см в длину и едва не дотягивает до 15 см в ширину. Спереди на боковой грани роутера вынесен массив светодиодных индикаторов активности разнообразных функций, сервисов и интерфейсов устройства. Кроме проводной и беспроводной сети, тут выводится информация об активности внешних дисков и модемов, диапазонов Wi-Fi и прочие детали. Боковины корпуса ничем не заняты, а на задней стенке расположены три фиксированные антенны, обеспечивающие мощность чуть ниже 20 дБ на милливатт. Беспроводной Wi-Fi интерфейс роутера двухдиапазонный, с поддержкой AC1200 и базовым инструментарием ретранслятора. Справа от центральной антенны расположена клавиша быстрого подключения и 4 гигабитных LAN-выхода, левее входной WAN-порт, также поддерживающий гигабитный интерфейс. Также на корпусе роутера присутствует многофункциональный USB-вход, поддерживающий работу с внешними дисками, как сетевое хранилище, а также USB-модемы для ретрансляции мобильного интернета по Wi-Fi. Для подробного перечисления возможностей двухдиапазонного Wi-Fi роутера TP-Link Archer C1200 потребуется отдельный обзор. Помимо конфигурирования беспроводных соединений с поддержкой направленного бимфоминга, роутер также может выступать ретранслятором для USB-модемов и файловым сервером при подключении внешнего диска.